Здравствуйте, друзья! Сегодня пришли очередные две посылочки. Небольшие, значит, в одной из посылок в этой лампочке светодиодной, а в этой, я даже не знаю, что-то пришло дочери. Давайте откроем, узнаем, что тут прикатило. Коробочка пустая. Это вот такие наклейки на ногти, походу. Да, художка заказывала наклейки на ногти. Их тут немерено. Вот они все. Все разные. Сколько что-то надо переклеить ногтей, чтобы выклеить все эти наклейки. Ужас. Ну, короче, вот такие вот наклеечки для ногтей. Их тут не знаю. Штук 50, наверное. Разного калибра. И музыкальные, и ноты, и цветочки, и яблочки. И чего тут только нету. И Том, и Джерри. Утиные истории. Короче, тут очень много. И котики, и собачки. Ладно, с наклейками ладно. Это больше девчонкам интересно. Заказывайте. Клейте. Главное, чтобы меня сынуля не увидела эти наклейки. Это будет уклеена вся комната, а не ногти. И потом будет драка с дочкой. Так, ладно, не соберу я их. Потом соберу. Так, а вот это светодиодная лампочка. С этими лампочками тоже произошел номер. Прислал в Китае с лампы. Я заказывал другу. Вот. Но я уже другу и отдал лампы. Но оказались не те. Написал китайцу. Китаец предложил вернуть 50% стоимости. Но я отказался. Я ему сказал, либо возврат полный, либо высылай лампы, те, которые нужны. Ну вот мы с ним договорились, он выслал лампочки, которые нужны. Это лампа 9 Вт, цоколь G9 или G9, 64 светодиода. А первые были партии, это 32 светодиода на 6 Вт. Так, ну проверять не буду, потом проверю. Я думаю, что все исправные лампочки будут. Если будут неисправные, тогда будем уже что-то писать и снимать. Вот такие лампульки. Решил снять все-таки, как горит лампочка, потому что народу интересно, наверное. Ну, что бахти, то не ахти. Вот так вот она горит. Так, свет выключу сейчас. Ну, камера, конечно, фокусирует под себя, немножко ярче, чем на камере, но как-то вот так. Все, всем спасибо. До свидания. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Пишите комментарии. Ставьте лайки. До свидания.